Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл в игре Interstellar Rift. Сегодня у нас осмотр корабля NI Сталим МК-2. Ну, если я неправильно читаю, вы уж извините. Итак, давайте-ка рассмотрим параметры этого корабля. Это у нас он с коллекции кораблей Envoy Enterprise портфолио. Ладно, что на него нужно из ресурсов? 44 тысячи айрона, купера 10 тысяч, силикона 2 тысячи, стали 19 тысяч, ну силикона почти 3 тысячи. Статы его: масса 65 тысяч, максимум поворот 40 000, максимум rotation thrust 600 000, максимум power generation 3044, армора 12 тысяч, шилды 1200. Из девайсов: 7 карга подов, маленькой каргабей, 8 орудий, 1 сальвагер, датакор терминал 1, датакор 1 и киберварфайр 1. Корабль не предназначен для рефайна, это так чисто. По ходу дела боевой корабль, не база мобильная. Ну что ж, давайте его посмотрим. Кратенько-то надо пробежаться, что там как. Ну, кислорода у него нет. Вот скала у меня появилась. Ну что ж, пока у меня есть кислород. Тут такая комнатка. Рекламки непонятные. А вот генераторная. Одна, вторая. Ниже у нас что? А вот мы отсюда видим кораблик этот, кстати говоря, практически полностью. Вот так красиво выглядит более-менее. Давайте наверх сбегаем обратно. Так, а что-то кислорода-то, блин, нет. Недоработка, недоработка. Ну, корабль старой категории. Может быть, что-то они недоработали. Так, это телепортационная. Здесь у нас что? Окошечко. Тоже окошечко. Так, сюда идем. Ага, вот кабина управления. Ага, внизу там генераторы. Давайте-ка посмотрим генератор, потом сядем в кабину управления. Так, угу. Это у нас, так полагаю, типа сердце корабля. Откройся. А, не надо открывать ничего. Ну да, сердце типа корабля. Это у нас генераторы, двигатели. Показывает, сколько у вас там осталось. Так, это у нас... Это у нас... О, так тут... Ну, насколько я помню, улучшение двигателей. Это фигня шилды. Понятно, это шилд генератора. Я тут написано название корабля, ну да ладно. Так, что у нас еще здесь? Энерджи. Ну, энерджи маленькая комнатка. Здесь у нас каргабей. Ну, да, тут каргабеев-то мало. Так, армори. Ну, как всегда, армура есть. Зачем она нужна, я пока не понимаю. Уж извините. Но я показываю, что оно есть. Зачем она нужна, без понятия, да? Так, Life Support. Тоже есть. И трактор. Ну, это притягивает обломки, если кого-то убили. Тоже есть. Порядок. Ну, все есть. Ну, да, это, походу, боевой корабль чисто. Летать, кого-то убивать и лутать. Так, давайте в кабинку засядем к нему. Я опять заблудился, что ли? А, нет, не заблудился. Порядок. У FPS на нем 45 держится, так что нормально. Так, присаживаемся и посмотрим, как он выглядит, как говорится. Сценарий уже. Ну, скажу вам так, более-менее красивенько, красивенько. Вот пушечки даже есть. Можно к ним сбегать. Ну, а или нельзя. Походу дела он как-то по-другому здесь у него активируется. Ну вот такой вот кораблик. Красивый. Более-менее. Но это боевой корабль чисто. Под боевые действия. Но ему нужно питание, потому что у него даже нет солнечных панелей. Хотя бы я воткнул пару десятков солнечных панелей. И не... хороший вопрос, нафига вот это помещение нужно? Может куда-то стыковаться, типа.
Ну хз, хз, дорогие друзья. Ну что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на YouTube. Сегодня мы осматривали корабль NI Salem MK. Сталем МК-2. Боевой корабль. Не для, как говорится, рефайна. Чисто боевой кораблик. Что ж, дорогие друзья. Всем удачи. Всем пока.